То, что произошло 15 ноября, это недопустимо. Оппозиция предприняла неконституционные методы захват власти. Я думаю, что надо все вернуть. Те русла. Есть конституционно избранный президент Республики Абхазии, который выполняет свои обязанности. Я думаю, что это надо все вернуть, освободить здание парламента, президента и дальше выполнять функции президент уже будет действовать по Конституции.